такая вот каменюка из Сестрорецка, Репина, Финского залива, слабо окатанная, явно претерпевшая прибрежную абразию. Это трахеоидный гранит. Пускаем его в камеру. Электроника. Итак, после 20 разрядов основная цель стояла в том, чтобы вскрыть калиполевые шпаты друг от друга. Вот у нас получилось по спайности его раскрыло, да? Это спайность или это отдельность? Нет, это спайность. Это спайность. Спайности, отдельности, чпок. То есть мы отделяем кристаллы друг от друга. Если бы это механическое было, то это просто бы все в труху перетерлось. Ну, смотри, коллекционные образцы появились. Потом иногда можно докрашивать руками. Вот, например, оп, оп. Оп. Видишь, ты же кристалл. Да, по припечаткам. Смотри. Видишь, кристаллы. Да. Ты же гранаты, Саш? Так, развалили. Похоже, да. Да. Правильно? Вот, видишь, сейчас отделим рыженько от рыженького, черненького, черненького. Получим. Еще раз? Ну, смотри. Да, мы сейчас добьем просто это. Это просто я тебе показываю саму логику, видишь? То есть, грубо говоря, тут плагиокласт и амфибол, наверное, да? Черная амфибол, да. Амфибол черная, а этот плагиокласс рыжий. И вот у нас есть, видишь, такие вот по отдельности, по спаянности разделения. То есть это тот же кристалл. Мы его не ломаем, а мы его оставляем. То есть он так бы и так бы делился. То есть фактически разделяете на... По минералам. По минералам, да. Да. И это не важно, размер не важен. Частично. Леш. Руками вскрываю. Фактически уже коррекционная разделение.